Я никогда не боялась этого животного, пока не узнала, что... Питон. Всегда казался мне безобидным и очень милым. А потом я узнала, что питон может задушить и полностью проглотить человека. Это случилось год назад в Индонезии. Тело взрослой женщины нашли в 7-метровом питоне. Уже без признаков жизни. Скорее всего, по дороге с работы питон напал на нее, задушил и съел. Зоологи объясняют это тем, что питон был слишком голодным. И это не первый случай в Индонезии. 6 лет назад в питоне нашли пропавшего 25-летнего парня.